Расскажите, пожалуйста, как прошла сегодняшняя игра вашей команды? Прошла, в общем, как и ожидалось. Вот. Но реализация, конечно, у нас была сегодня не очень. Всю игру, считай, провели на их половине, а могли и не выиграть. Ребята нас два раза простили. А как вы можете в целом оценить выступление на турнире? Сегодня последний тур регулярного чемпионата. Я думаю, заняли свое место. А как будете готовиться к плей-офф? Ну, теперь мы знаем каждую команду, видели всех. Какие-то выводы сделаем, вспомним, как играли. И какие-то задумки, наверное, предложим.